Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана, и вы на канале «Цветочный уголок». У меня новинки, несколько растений. Я приобрела их у своей подруги цветочной, Ирины. Канал «Цветочная симфония». Да, она вчера тоже видео выставила, загрузила про мои растения, которые она у меня приобрела. Вот, мы время от времени друг у друга что-то... Ну, или обмениваемся, или покупаем, естественно. Вот. Ну что, посмотрим. Вот такая красотка, пелиония прекрасная. У меня есть несколько пелионий. Вот. И вот такую я тоже себе в коллекцию взяла. Уже хороший такой кустик. Ее даже можно немножко почеренковать и уже рассадить. Ну, пока не буду я ее черенковать, я хочу ее пересадить в другой горшочек. Все пелионии у меня сидят вот в таких квадратных белых горшочках. Вот сюда я ее и определю. Так, генуру варигатную я у нее взяла. У меня была генура варигатная, но что-то я с ней не справилась. В начале лета, по-моему, она мне помахала последним листиком. Не знаю, или залила, или пересушила. Ну, вот взяла у Ирины. Здесь уже много корней. Я ее пересажу. Она сидит в 100-граммовом стаканчике. В 200-граммовой я ее. Бегония. Кейн. Вот такая очаровашка. Я не смогла перед ней устоять. Посмотрите, какие листья длинные. И вот такие, как бы у нее не горохи, а вот видите, расплываются. Очень красивая бегония, мне понравилась. Вот такое у нее название. Не знаю, как Джулаю. Ну, друзья, не сильна в английском, так что прочитайте. Так, ее я пока не буду пересаживать. Корни есть, но такой, чтобы... срочно пересаживать нет. У Ирины хороший грунт. Это у нее верховой торф с агроперлитом. Так что я не беспокоюсь об этом. И вот такую бегонию я у нее взяла. У меня, кстати, похожая есть. Но... Так, у нее, к сожалению, эта бегония не подписана. Ну, бывает, человек заработалась, забегалась, не успела. Она мне писала название, я подпишу. Я не посмотрела и не выучила. Но тоже там, по-моему, как-то интересно называется. Ну вот, тоже очень красивая. У нее здесь корневая уже, посмотрите, я ее полила. Вот видите, полностью все оплело корнями. Я большой не буду... объем давать. Вот такой вот белый горшочек посажу. Здесь, в принципе, немного прибавится объема. Так что, ну, давайте сейчас сразу и пересадим. Мы вчера обменялись растениями. Ирина вчера прям выставила сразу, а я не успела. Вот сегодня. Сегодня что у нас? Понедельник. Так, ну давайте генуру. Хорошее такое вот растение. Так. Да, здесь тоже, видите, корней уже сколько. Хорошо, все, замечательно. Сажаю я ее в свой универсальный грунт. Вот. Бегонии я, конечно, сажаю в другой. Сейчас. Я каждый раз, в принципе, говорю про грунты свои универсальные. Это у меня, значит, повторюсь опять, чтобы уже вопросов не было. Верховой торф и покупной цветочный 50 на 50.
Так, все, вот так вот. И разрыхлители. Какие есть, друзья? У меня нету такого, знаете, точного, как бы, который я придерживаюсь всегда. Какой есть разрыхлитель, какой я взяла разрыхлитель, тот и добавляю. То есть здесь вот на данный момент у меня даже много попалось пенопластовые шарики, но я от них уже ушла, но это еще остались от старых грунтов. Вот. Диатомит, когда бывает, но я люблю диатомит. Вермикулит, перлит, ну все, циолит, что вашей душе угодно. Так, пелеонию тоже посажу, такой вот универсальный. Так, здесь, наверное, много будет. Да. Так, знаете, что сделаем? Немножко я вот так вот ее растребушу. Во, и она села. Хорошо. Эти горшочки, они, в принципе, тоже небольшие. Они, по-моему, на 250. Я их заказывала. Прям большой набор был. Я не помню. Ну, много там прямо я заказала. Люблю я эти горшочки. Они как транспортировочные, но белые. Не люблю я транспортировочные горшки вообще. Не знаю. Ну, если только я в них сажаю, знаете, вот садовые растения, если продаю, то да, транспортировочные прям самое то. А для дома, ну, нет, извините. Конечно, не в обиду тем, кто сажает транспортировочные, но это просто я, ну, мое такое. Мои такие тараканы в голове, да. А эти вот прям белые, классные. Если кому нужно, будет ссылка. Друзья, пишите, я с удовольствием поделюсь. Так, вот, все. Я потом подпишу, конечно же, обязательно. Так, все. С этим грунтом все. Так, ну эту я бегонию сказала, что не буду пересаживать. Вот эту пересажу в... Чисто верховой торф с перлитом у меня здесь. С перлитом. Так. Вот так вот. Давайте. Сейчас я, знаете, как сделаю. Да, вот у меня такая плошка. Ох, вся в корнях уже, вот видите. Но я немножко хочу растребушить. Я, кстати, полила ее сегодня с утра. Она прям сухая была и даже уже свесила листочки. Ну, прям вот точно села. Только по краям. Так, я палочку сейчас возьму. Здесь немножко вот так в сторонку сделаю, чтобы она посередине встала. Поливать я ее уже не буду, потому что она полита. Мне Ирина сказала, что она как бы и залив не любит. И, конечно же, пересушку. Как-то вот, я не знаю, серединку золотую надо найти. Так. Здесь немножко сейчас досыплю. Все. Вроде бы все. Надо будет ей название обязательно подписать, потому что потом забуду. Ну вот, друзья, вот такие у меня новинки. Зимой, конечно, уже никаких пересылов нет. И стараемся
удовлетворить своего хомяка. Здесь уже по месту проживания. Вот. Конечно, ищу что-то необычное, что-то то, чего у меня нет. Вот. Так что вот такую красоту я приобрела. Ну все, друзья, на этом я заканчиваю. Желаю вам всего самого наилучшего. Мира, добра, здоровья. Заходите в гости. До свидания.